18 сентября, мы находимся с вами на общественном пляже, который называется Public Beach Le Morne. Я расскажу вам о том, что здесь есть. Вот сейчас я непосредственно на парковке, я ставил свою машину и захожу на территорию пляжа. Здесь единственный ресторан в Le Morne, называется он Embofilau. Здесь вы всегда можете перекусить, также здесь есть... туалет, обширное меню, есть пиво Flying Dodo, это местная компания, которая производит очень хорошее пиво. Вот, ну, также здесь готовят всякие гамбургеры, там, я не знаю, можно воды купить, салатики, свежая рыба, все что угодно. Вот, кафе здесь работает целый день, поэтому... можно здесь и позавтракать, и пообедать, и даже поужинать. Вот. Очень комфортно на этом пляже находиться всей семьей, с детьми, потому что здесь никогда нет ветра. Очень редко бывает ветер, потому что обычно юго-восточный ветер, который дует у нас здесь, он просто не продувает, потому что мы заблокированы горой. Поэтому вы всегда можете здесь спрятаться. Вот мы подошли к нам на станции. Станция называется Pride Club. Здесь у нас хранится оборудование, прокат у нас досок, серфов, сапов, все что угодно. Также здесь вы можете получить всегда актуальную информацию о наших ценах, о текущем прогнозе погоды, карта спотов. Работаем мы каждый день с 9 часов до 17 часов. Вот, также у нас есть душ, вы можете опресниться. Вот, и отсюда от станции отходит наша лодка на обучение серфингу. Мы обычно учим серфингу на малом рифе. Вот, садимся в лодку и едем туда кататься. Приезжайте к нам в Pride Club. Пока!